Здравствуйте. Протестировал наушники. Заряжал их около часа. После этого проходил у них часа три, наверное, музыку слушал. Периодически отключая, включая. Потом передал жене. Жена, не заряжая, получается, еще проходила часа два в них. Я так думаю. Все еще дюжит, все еще работает. Наушники нормальные. Громкие. Звучание тоже нормальское. Мне понравилось. Разговаривал с ними по телефону. Через них тоже все слышно. Меня слышат, я слышу. Все отлично. Отходил от телефона, получается, с ними. Дальность, получается, метров 10. Никаких перебоев не было. Конечно, ни стен передо мной, ничего не было. Никаких, получается. Ну, работали. Работали. Получается, фишка в чем? Магниты. Послушал, на шею повешал, чикс магниты, они у тебя никуда с шеи уже не свалятся, и когда ты захлапываешь магниты, да, вот эти, получается пауза. Наушники не поют. Как только разъединил, нажимаешь на среднюю кнопку, наушники запели снова. Удобно, удобно. Вот ради этой фишки я и купил их, в принципе. Ну и почему купил еще их? Они маленькие. Они самые аккуратные наушники, которые я видел. Да и в описании тоже, да и много отзывов, то, что они маленькие на самом деле. Есть там другие, такой же фирмы, да, но они более такие громоздкие. Эти вообще аккуратные, как обычные наушники. Вроде бы все рассказал. Ну, здесь что, громкость плюс-минус, и подольше подержал. Переключаешь музыку, треки, да? В наборе шло зарядный шнур вот этот. И множество заглушек, этих не заглушек. Как их называют? Вкладышей. Плюс вот такие были. Я в них с ними не ходил, но они, в принципе, с ними лучше ухо, наушники держатся в ухе. Ну и без них также ничего не выпадает. Только что вот эти маленькие вкладыши, качество у них такое тоненькие, не сильно. Возьму, у меня есть наушники с Xperia, мини, Xperia, Sony Xperia у меня был телефон. Вот я с него возьму. Вкладыши там более они такие плотные, более качественные такие. А так и с этими не выпадает ничего. Такие вот наушники. 10 дней шли. Все отлично. Никто меня не обманул, да? Наушнички пришли. Так что, кому может интересно, найдете ссылку под видео на эти наушники. Потому что я их искал, получается, и по цене, как бы, недорогие. Там есть еще, они дороже, точно такие же, но дороже. Я, получилось, самый оптимальный вариант такой подобрал. И отзывов много от этого продавца, что хорошего, нормальный. Все доходит, все быстро. И сами качество наушников. Так что я у него заказывал и не пожалел. Что, все, отбой.